Ну что, всех приветствую на канале. Сегодня у нас февраль. Новый герой. Айрис. Быстрый. Ну, такой себе герой месяца. Средний. Особенно по урону. 784. И общая сила ниже 800. Это, конечно, не очень. Потому что взять ту же Элену. Посмотрите, урона больше. Да. Можем еще, вот, допустим, Азлара, да, взять. Ну, не знаю, хоть она и шотер, но для нового персонажа 22 года она не очень. Ну, а у нас сегодня будет второй день турнира. Пока что топ-50. Все, мы проиграли. Поехали. Так, значит. Ну, я думаю, мы таким же составом зайдем. Можно взять, в принципе, Мнезилоса. Давайте вот так вот сделаем. Все-таки правый такой угол надо будет подзабрать. Так, желтые есть. Можно взять две тройки. Можно вот так сделать, смотрите. Четверка и тройка. По идее, заряжен. Заряжены сейчас будут. Приска. Блин, а что ж такое? Чё они так сильно вколачивают? Ну-ка. Давай здесь попробуем зеленый, да, выловить. Есть зеленый. Ну, в принципе, наверное, мы выигрываем все-таки здесь. Заряжаем желтых. Нет. Ах, ты все-таки ее снесли, зараза. Ну ладно. Этот бой выиграли. Выиграли шикарно причем. Давайте следующий бой. К сожалению. О, но здесь надо брать желтых и фиолетовых. Вариантов особо нету. О, давайте попробуем что-то сделать. Ну, первый я такой вот, думаю, закину. Так. Второй. Ну, давайте вот такой. Третий. Вот такой. Ну, мы их сразу не будем всех заряжать. Так, ну и все равно здесь шансов особо нету. Фиолетовые, в принципе, готовы. Так, давайте пробьем вот сюда. Здесь бьем вот так. И желтыми добиваем. Нет, нет, не добили. Плохо дело. Ой-ой-ой-ой. Эх, и Мишка еще зарядился. Ладно. Мишка зарядился. Ульмера надо забрать. Ладно, слепой пускай стоит слепым. Отлично, добиваем. И последний у нас Мишка. Есть. Далее. Но здесь ситуация сложная. Очень сложная. Тут Грэмпс. Ну, давайте тогда. Вот так вот. Можно хил взять, в принципе. Отец Тук. Давайте его возьмем. Попробуем вот таким вот макаром зайти. Да, есть камень.
Ух ты. Так, есть. Кого бы здесь забрать? Биовульф это... Коня заберем. Ну, это победный тапок, понятное дело. Вопрос только, как нам сейчас раскидать. Так вот, раз. Пассивно. Ну, давай, забираемся. Это легко было. Это мы угадали просто с цветом персонажей. Ну, здесь мы возвращаемся к нашим баранам. Так, погоди. Первый, пятый. Но тут зеленый этот. Кто у нас? Это Карел, да? Это у нас Карел. Ладно, пробуем. Первый тапок. Так, ну тут сложновато будет. Конечно, сейчас зарядим их. Возможно, даже пробью. Давай вот так. Фонарь. Пробили. Карела еще бы пробить. Карела. Там вот это вот гилера. Ее заряжают, как назло. Ладно, она все равно заряженная. Гилара. Ну, давай. Бёрден. Взрываем. Не доехали. Эх. Мили снесли. Ладно, гилару мы снесли тоже. Добьет. Зараза. Ну давай вот так тогда. Бёрда нас снести надо. Бах. Тыква это хорошо на самом деле. Давайте последний бой. Самый сложный. Давай зеленых. Вот так. По крайней мере, рискнем. Попробуем. Но Морозко пробили. Уже плюс. Так, забираем его. Забираем его. Попробуем. Ренфилд. Так, желтые. Давай здесь желтые. Заряжаем. Кстати, он сейчас за один камень должен зарядиться. Ну-ка. Заряженный. Окей, бьем. Чё ж так слабовато-то бьешь? Отлетел. Ну что, у нас сегодня топ-5. 5 боев выиграли. Бомбезный ролик вышел. Буду рад лайку. Ну и всем пока-пока.
делитесь тоже результатами, потому что интересно, как у вас дела.